Ребят, набор Лего на Алиэкспрессе за 334 тысячи рублей никто не хочет?
Так, я тут сейчас я снова буду играть в игру размером с мой писюн на моем экране. Поиграю не очень долго. Самое главное, что я присел свою сегодняшнюю норму. О. Тыщ. И так. ТПС. Ла-л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 а. Мне на самом деле игра понравилась, вот, без шуток, но вот боюсь, что в какой-то момент она, как Рэйчел Ганг, станет какой-то нереально пиздострадальной. Знаете, какой-нибудь сверхдушный босс где-нибудь, знаете, вот в самом конце, которого нужно, как я не знаю, как какую-нибудь, я не знаю, Фриду в третьем ДС убивать. По времени, там, я не знаю, по полтора часа. Не, блядь, кто вот эти черные полосы сверху и снизу сделал? Он вот, вот он настоящий гений. Держи. Деньги у нас есть. Так, Минзу. Мне вот, наверное, самое вот главное вот этого Минзу найти. А кто это и где это? На самом деле я очень рад тому, что в этой игре нет пиздецового деревянного управления, как в мафии ебаной. Хотя мафия, конечно, все-таки на год раньше вышла. Но, бля. Нейтрализующую пушку для ховеркрафта. Что это вообще? Коль накрылась маменька, обращайся к маммага. Йоу, мисс репортерша. А, блять, точно, мы же репортер. Вот зачем нам этот фотик. Нейтрализный... Чего? Идентификация счета. K-Books. Мехапульсатор увеличивает шкалу. Капсула-ускоритель. Набор роботов полностью Набор роботов полностью устанавливает энергию корабля. K-Books. K-Books. Полностью устанавливает набор капсулу Мехап K-Books. Полностью устанавливает энергию. Ой. Идентификация счета. Готово. Набор роботов полностью установ... Оцифровал. Набор роб капсула ускоритель временно утраивает максимальную скорость корабля. У нас движки не взорвутся. Я просто представляю, такой Жигуль едет 80, тут такой 240. Идентификация счета. Готово. Мехапульсатор увеличивает шкалу энергии корабля на... Сканировал. Ремонтный капсула-ускоритель. Ремонтный робот восстанавливает энергию корабля на один ключ. А тут нет этой каки? Есть. Идентификация счета. Мехапульсатор увеличивает шкалу.
оцифровал. Правда, стоит полторашку, но я не знаю, что будет. Корабль, насколько я понял, стреляет только вперед с обычными пушками, а жемчужин у меня хуй да хуй да нихуя. Поехали. До встречи, друзья! Давайте посмотрим просто, где я еще не был. Так, Черный остров. Магара. Трасса Убойни. Расставили бойкот. Вот подружили. Гвардейцы. А на заводе? Пещера грабителей. Ой, блядь. Чё мне кажется, что точно не здесь? Я, кстати, не думал, что ебучие буйки будут меня дамажить. Это должно немножко не так работать, мне кажется. Я как-то видел у Минзу детектор жемчуга. Вот бы нам такой. Обязательно, брат. Ладно, поехали к ней. Трасса. Трасса. Черный остров. Пешеходный район. Тянет уродливые головы к нашей планете. С помощью предателей из группы. Здесь проходят гонки на ховеркрафт. Враг сумел. Хочешь заглянуть? Здесь можно сорвать неплохой куш. Ой, бля. Ну. Три, два, как ускорение делать? Сам ты, блядь, салага. Мамку свою так называй. Таким прозвищем. Доктор Бензин. Ну хоть не доктор Дизель. Выход. Гонка 1, гонка 2. Эй, бабули! Если нервы сдали! Три, два, один!
Ах ты, петуч! Вонючий! Я ж нихуя не вижу! И, Я обгоню этого петуча. Господи. Я не думал, что эта игра еще и хоррор. Заебись. Это... Не, на самом деле, вот без шуток, это было заебись. Правда, слишком просто, хотя на второй гонке меня могли лопошить очень жестко. Как-нибудь надо заглянуть в пешеходный район. Сейчас, Джей! А, блять, я думал, это катсцена! Вчера ночью похитили еще 40 человек. Проклятые думцы, мы все в опасности. Читали голос Хилли. За всем этим стоит группировка Ирис. И неудивительно. Слава богу, у нас есть корпус Альфа. Он нас защитит. Кажись, я спалил ему просто пароль.
Идентификация счета готова. Что брать-то? Блин, звуки как в Assassin's Creed первом, я серьезно. Что это? Фух. Отлично, солнышко. А, они бесконечные, ёпта, бля. Я вообще сюда пришел ради детектора. Лежи. Ты переоцениваешь мои силы, Джейд. Парочку фу-1, или тебе придется волочить меня на себе. А как ему фу-1-то купить? Стоп. Нет, стоп. Что? Ну да. А как ему фу-1-то дать? Брат, я бы с удовольствием, я бы тебе дал одну фушку, но... Блять, я не знаю, как. Надо же! Что-то в горле у меня пересохло. А у тебя? Нет? Че это было? Тут нужен спецпропуск. Какие у меня сейчас задания? И тебе того же, Джейд. А, да, точно. Браво, Джейд. Великолепный снимок. Отлично. Пленка отснята. Отлично, Джейд. Высылаю жемчужину. Я перезаряжу вашу пленку. Пейт! Зашел пропустить стаканчик? Первый за мой счет! Так, стоп, одну секунду. Тогда надо всех сфоткать и снаружи. Ладно, со связным встретимся потом. Мне сейчас главное эту найти. Явлением корпуса Альфа хилийская армия осталась неудел. Откуда взялся этот корпус Альфа? Понятия не имею, но с его приходом жизнь стала гораздо спокойнее. Ты в этом уверен? А по-моему... Вы отлично работаете. Удачной охоты. Вход разрешен только жителям города или тем, у кого есть при себе пропуск. Стоять! Вход только для жителей города. Мы одолеем врага. Стань гвардейцем. У меня аж башка закружилась. Вы меня, конечно, извините, но
У Минзу... Где она, блядь? Каждый день мы страшимся получить кинжал в спину. Опасаемся за друга. Смотри-ка! Даже этот проход перед... Вы пошли в опасную зону. Ради вашей же безопасности. Спасибо за сотрудничество. Похоже, чтобы избавиться от этих консервных банок, нужна нейтрализующая пушка. А сколько у нас, кстати, жемчужин? А не 5 ли у нас жемчужин уже? Я задолбался его слушать. Я как-то видел у Минзу детектор жемчуга. Вот бы нам такой. Мамаго! Йоу, Джейд! А, у нас 7 жемчужин. Перфекто! Отсканировал! А, все, поставили уже. Анимации не будет. До скорой встречи! Всеобщая тревога! Тревога! Развернуть щиты! Активировать защитное ограждение! Забереть все двери! Тревога! Кто? Где? Кого стрелять? Что происходит? Что хотите, чтобы я сделал? Понял, ничего. Блять, я прям хочу нагуглить, где это Минзу. Знаете, в принципе... Кто-нибудь вообще смотрит этот стрим? А, кто-то смотрит. Нет, тогда не буду гуглить. Так-то я бы... Ладно, поехали к этому. А чё там? Что я это? Как-то видел у Минзу детектор жемчуга. Вот бы нам такой. И груз пропал. Что это? А.
Давай же. Сломалось, что ли? Да, видимо, сломалось. А, не. Ну, наводка сломалась. Ой, не. Стопэ. Тут это, мне кажется, что-то нехорошее. Давайте того пока не пойдем. Куда меня кинуло? А, куда надо? Что это? Что это? Большое спасибо за ваши ценные сведения. Мне кажется, я не там, где нужно. Не, я просто хочу найти эту Мунзы и на сегодня все-таки закончить. Блин, башка заболела. Мне кажется, конечно, дело не в 75 приседаниях, потому что я приседал уже достаточно давно. А если у меня болит башка после физических упражнений, она болит буквально через 30 секунд. Я видел там какую-то срань в воде. Что? 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 Так, это, по-моему, Черный остров. Может, на завод? Опа. Цех-то. Уже есть завод. Тоже какая-то срань. Ладно, нахер. Выпустите меня отсюда. Блин, тут управление такое-то странное. Ты вроде привык рулить там вправо-влево, там В это газ, а тут как бы по направлению камеры, как по какому-нибудь, не знаю, Devil May Cry. Ладно, вариантов у меня нет, надо идти по квесту. Получить кинжал в спину. Тянет уродливые головы к нашей планете. С помощью.
Пять! Зашел пропустить стаканчик? Первый за мой счет! Чего? Чё? Не, это какой-то код надо вводить. Это самая ебанутая клавиатура, которую только видел в своей жизни. Правильно, но я уже на самом деле заканчиваю, потому что я... Заебался. Не стесняйтесь, юная леди. Попытайте удачи у Глазго. Я не уходил ни в какой душ, я сделал паузу минут на 5. А, ты ушел в душ, блядь. Господи, из меня чтец как... Ой. Я вот в чате также сообщение читаю. Занимай третий номер. Уверен, тебе понравится. В нем чудесный старый чулан. Приглядись к нему повнимательнее. Бьян, оцифровал. C9E5. C9E5. Давайте. Блять, ну и клавиатура. C9. Я 5. Верный код, господи. Оу. Штаб и рисок. Друзья, позвольте представить вам Джейд, нашего нового агента. Я надеялся, что вы придете. Знакомьтесь. Это Мэй. На ней верстка и распространение газеты «Ирис». Вот Нина, радиоинженер-радист и вдохновенный расклейщик листовок. Полегче. Эти экраны показывают наших корреспондентов за работой. Они раскиданы по всей Вселенной, более чем по 13 звездным системам. С Глазго вы уже знакомы. Это он предложил устроить вам проверку. Он знал, что вы справитесь. Чтобы не заметить этого, надо быть слепым. У малышки так я тоже только один скриншот выиграл, что видел из этой игры. Но пока мне нравится, без шуток. Одна из бомб взорвалась в канале. На Рэйчел Кланк очень похож. Альфа изолировал сектор. Гвардейцы забрали всех жителей. Чтобы оказать им помощь, да? Раненые не поступили ни в одну больницу. Мадам губернатор связалась с нами, как только узнала об этом. Она хочет помочь нам, но ее дворец находится под наблюдением. Охрененный губернатор. Вы можете спасти этих людей, Джейд. Нино, обрисуй ситуацию вкратце. Вот что нам известно. Людей похищают агенты корпуса Альфа. Их держат на заводе пищ-пилюль. Затем людей переправляют на старые бойни в челноках. У меня пока только одна душнила сейчас. А там грузят на военные корабли, идущие на Луну. Мы не знаем, что их там ожидает. Ни один из наших агентов не вернулся из этих проклятых мест. 4 дня назад мы потеряли связь с H2 на фабрике пищ-пилюль. Он был нашим лучшим агентом. И хорошим другом. H2 должен был принести доказательства транспортировки тел. Он успел заснять ужасные вещи. Поглотителя душ? Джейд, кто-то должен закончить это дело. Вы вольны отказаться. Продолжайте. Нам нужны доказательства.
Первое. Надо проникнуть на завод. Второе. Заснять агентов корпуса вместе с их жертвами. Вы будете на постоянной связи с Мэй. Она будет передавать фотографии в эфир сразу по получении. Люди должны знать правду. Точно. Вот и мне бы разобраться, где на самом деле правда. Итак, вот настоящий пропуск в город. Теперь перед вами будут открыты все двери. Удачи! Отлично, солнышко! Джейд, на всякий случай я записал для тебя М-диск. А, тут просто два, на самом деле, душных момента. То, что нужно фоткать все живое, что видишь, то есть нужно каждый вид сфоткать. И я, короче, проебал фотографию одного гигантского босса-червя, блять. Я не знаю, появится ли он еще раз вообще в игре. Это первое. Второе, то, что я не могу найти магазин, вот, я, вот у меня, мне нужен, короче, детектор жемчужин, написано. Он есть у Минзу. Я эту Минзу, блять, ищу вот реально последние минут 40. Вот все, что я играю, вот я ищу, блять, эту Минзу. Ку. Фелис Сапиенс. Отличная работа. Я тоже сейчас просто в чате работаю, но... Давайте диск посмотрим. Я что-то даже теперь... У меня что-то даже голова перестала болеть. Слушай, Прайд, пожалуйста, пока, если ты не занят, нагугли, где в этой игре находится Минзу через тире. Корпус Альфа обманывает нас. С самого начала войны корпусом управляет Думц, пользуясь всеобщей неразберихой для похищения невинных людей. Благодаря H2 нам стало известно, куда переправляют жертв. Вначале на завод Пищпилюль, оттуда в челноках на бойню. Оттуда... Так, давайте еще раз, я просто вот реально проебал весь этот... Альфа обманывает нас. Весь этот диалог. С самого начала войны корпусом управляет Думц, пользуясь всеобщей неразберихой для похищения невинных людей. Благодаря H2 нам стало известно, куда переправляют жертв. Вначале на завод Пищпилюль, оттуда в челноках на бойню. Оттуда... В грузовых кораблях на Луну. Мы должны положить конец этим ужасам. Чем больше доказательств заговора мы сумеем собрать, тем больше людей нас поддержит. Массовый бунт позволит нам сбросить гнет корпуса Альфа и спасти сотни невинных жизней. И это понятно, то, что она торгует. Она, у нее детектор животных и детектор... этих жемчужин. Вот такая вот, короче, жемчужина размером, я не знаю, с мой анус, вот такой вот. Которая тут альтернативная валюта, и они пиздец как важны. Нам нужны фотографические доказательства ужасов, которые творятся на заводе. Снимки жертв, фотографии гвардейцев без шлемов, раскрывающие их истинную сущность. Осуждаю! 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 Прочитай первое слово. Осуждаю! Я понимаю, что это игровая, короче, часть игры, но осуждаю. А можно по-русски? Ты можешь найти по-русски название этой игры? У этой игры как бы есть официальная локализация Буки. Массовый бунт позволит нам сбросить гнет корпуса. Нам нужны фотографические доказательства ужасов, которые творятся на заводе. Здесь мы и используем ваши умения. 19:23. Проник в запретную зону. 19:30. Вижу челноки. Они садятся и взлетают с верхней платформы. 20:03.
удалось пробраться на завод. 20:50. Пришлось плыть почти 2 мили. 21:10. Я внутри. Есть! Вижу черные ящики. Странный шум. Что за... Должно быть, они натаскали жнеца. Появление этого животного и сигма-лучи выдают присутствие поблизости поглотителя душ. Вот последние снимки H2. За последние 4 дня он больше не выходил на связь. Радио молчит. H2 был нашим лучшим репортером. Он внес неоценимый вклад в наше дело. Благодаря ему организация Ирис убедила губернатора Хилли сотрудничать. Мадам губернатор настроена решительно против корпуса Альфа и их методов. Но об этом никто не должен знать. А ты можешь на Ютубе посмотреть? Она готова нам помогать, если мы откроем людям глаза и народ начнет доверять словам Ирис. Если вам попадется похожая дверь, сфотографируйте ее и отправьте снимок губернатору. Ее команда экспертов постарается подобрать код. Мы рассчитываем на вас, Джейн. Будьте осторожны. Хам. Кс-кс. Слушайте, я узнаю это лицо на самом деле. Короче, в комиксе «Неуязвимый» у Омнимена есть жена. Вот она примерно так же выглядит. Только там этот. Господи, как его... Забыл, как называется. По-английски «Мантис». Ах, да, я сейф-то не сделал. Если чё, что, чё, если чё. А, я на пешеходном. Ой. Мне ж пропуск дали, сейчас, наверное, я ее сам найду. Блядь, чего? Секунду. А, ёптать, не то выделил. Фух! Целый час игры сейчас сохранил. Джейд, вам нужно выбрать себе позывной для репортажей. Петух подойдет? Шони. Сейчас, думаю, ты поймешь. Продолжай. Не, я понял. Когда ты мне перевел осуждаемое слово, я здесь, я в пешеходный район, вот он. Я обыскал все магазины, в которые я мог пройти, это значит, что они... Минзу, это вообще он, она, вот это не Минзу. Я буду называть ее Минзурка. Так. Так. Тут нужен спецпропуск. Пропусти! Ах да, здесь есть перекаты. А, вот он, блядь. Магазинчик Минзу. Он, сука, просто... Нахер мы сейчас это искали, блядь? Он следующий в этой локации. Я просто не мог туда пройти, потому что пропуска не было. Мне его только что дали, когда я тебя просил погуглить. Так. Хуйня. Вот он, этот Минзу. Фотографии получены. Дополняю каталог. Сфоткаем. За фотки получаем 300 рублей. Так и непонятно, он это или она.
М-диск Iris 512, запомнили. Iris 511. Или Iris. Отлично, подписка оформлена. А он все-таки. Теперь будешь получать молнии по почте. Добро пожаловать! Теперь вы будете сразу узнавать о новых выпусках газеты. Да без проблем. Идентификация счета готова. Ой, бля, у меня всего 8300. Что это? Усиленная суператака. 2К. Усиленная суператака. Детектор жемчуга. Это две жемчужины, типа? Детектор животных. Во! Красота, деточка. На Хилию обрушился град метеоров Думс. Корпус Альфа в смятении. Читайте в выпуске номер 512. Текст, текстуры, войс. Но иногда английский войс мешается с русским. Из-за каких-то проблем, видимо, в файлах. Иногда, не всегда. То есть тут не файл на файле. Тут что-то прям какая-то именно, не знаю, проблема особого характера. В основном в катсценах. Фу один. Бля, 7300. Перфекто, отсканировал. Все, детектор купили? Нет, херня, потому что все равно русская озвучка в разы громче английской, но ты ее слышишь, и она тебя такая. Что забавно, тут, короче, есть моменты, когда говорят инопланетяне, на английском они говорят что-то. А на русский они говорят: иди ко мне, я тебя скушаю. И ты такой: что? И главное, в субтитрах тоже какая-то непонятная хрень написана. Мне интересно, это как переводили? Так держать! Так, ну, блять, а как мне взять фушку для... Класс, деточка, берем! А как мне фушку дать свиноте? Все, деньги кончились. Так, ладно, давайте посмотрим диски. Как было в 12. Так, ну давайте посмотрим диски. Что-то меня прям заинтриговала эта игра. Новая волна похищений в пешеходном районе. Репортаж H2. А, понятно. Не, тут не рандомно, тут именно как-то очень странно перевели. Но это как в этом, как в Котаре. Там все на своем языке разговаривают, но ты все эти языки понимаешь через субтитры. Думс совершили новое страшное нападение на мирных граждан. За последнюю неделю без вести пропало еще 850 человек. Так называемые защитники из корпуса Альфа в лучшем случае бездействуют. Может, они просто каршавые? Раннинг. Ирис 512. Хилия под ударами метеоров Думс. Вчера от яростных атак Думс пострадали гараж Мамага, каналы и приют на маяке. Ты вообще... Не, Прай, ты вообще не картавый. Ты себя... Ты просто, понимаешь? Ты просто пытаешься говорить вот так. Так, давайте, в общем, рестарт. Давайте посмотрим. Ой, блин. Еще рестарт.
И это не картавость, ты просто вот такой весь... Ты как будто бы боишься вслух говорить все, что думаешь. Ничего, это со временем проходит. Я где-то примерно через полгода уже вообще не мог тихо говорить на своих стримах. Я пиздел просто безумно. Как, собственно, и сейчас. Защитные щиты не смогли остановить поток метеоров. Корпус Альфа прибыл на поле боя только после сигнала тревоги. Корпус Альфа не способен защитить Хилию. Да. Я наоборот холерик. Я... Чуть что, я сразу... Но только не на работе. Да, блядь. До 50-го рестарта. Так, мне нужно фармить 4К рублей. Мне тут сказали, детектор животных что-то там определяет. Так, в общем, надо пиздошный завод. Тут есть локация завод, но за... этот ли завод? Потому что нам нужен именно завод пищ-пилюль. Люль. Вот так. Це кто? А, блядь, не тот синий. Бегу на помощь! Я синего еще не видел. Спасибо. Жень, мне нужна помощь. Спасибо! Руки прочь от нее! Эй! Спасибо! Бегу на помощь! Мне нужно сфоткать это чучело! Спасибо! Руки прочь от нее! Ух! Ворокс, в последнее время все ими кишит. Да, чтобы вы понимали, я сейчас, блядь, пытался достать фотоаппарат и сфокусироваться на этом говне. Не вопрос! Опа! Этот код удалось расшифровать несколько дней назад. Ждите. Шонни, ты уже внутри? Не забудь. Если наткнешься на дверь с кодовым замком, свяжись с мадам губернатор. Отправь ей снимок зашифрованного сигнала. Никакого эффекта. Чё, не слишком толстая? Ну ладно. Код доступа на завод. Надеюсь, они не успели его изменить. C5 и H5. Удачи. Ну, давайте. C5. H.
5. Блять. Господи, а звук такой, как будто бы неверно. Access denied. Лифтовая. Работай. Идем. Это кто? Крыса? Е, вот это фотография крысы. Работа продвигается. Еще раз спасибо. Получили 200 рублей за фотографию решетки. Ну. Дальше давай на цыпочках. Тихонько, как мыши, Джейн. Не бойся, дядюшка Пейдж. Немного поснимаем и пойдем домой. Шонни, я засек предполагаемые места действия корпуса. Отмечаю их у тебя на карте. Ждем снимки. Слушай, Прайд, у тебя было такое, что ты помнишь слово на английском, но ты не можешь вспомнить его на русском? Ударить ногой. А зачем крыс бить? Ну ладно. Крыса есть крыса. И... Опа! Ой, хорош! Light. Licht. А я не знаю, что это значит. Держись, Джей! Я просто увидел слово сначала light. А, там мне вообще не похоже. Не, я дебил. Тебе помочь? Не-не-не-не-не-не-не-не. Сдается мне, дальше поезд не пойдет. Давай я в другую. Блять, я нажимаю shift рефлектор, но у меня фотоаппарат этот включается. Тебе помочь? Да. А, ебать, эта херня целиком двигается. Стенка! Ясен хуй, стенка. Вот дальше-то. Ну, точно не к этой решетке, потому что это просто какая-то текстура. Тебе помочь? Эх, с тобой все реактивные ботинки истопчешь. Что нужно сделать? Последнее слово в грузоперевозках. И это еще не все, Джейд, поверь. Ха! Оговорили хитроумная система. А, мне интересно, что там, блять, надо выравнивать на последнем боссе в ретри. Лицо свое выровнять. Так. А, это другое место. Тьфу ты. Пейдж, ты только взгляни. Риппер. Нас натравили жнеца. Он рычит где-то поблизости, охраняет подводящие каналы. Самки мудак. Слишком горячо, Джейд. Мы нужны на маяке. Давай повернем, пока не поздно. Если Ирис говорит правду, здесь мы нужны больше всего. Камеру вдоль линии, идущей параллельно контейнерам с правой стороны арены. Нахуя? Ты просто бежишь и задвигаешь их. Или выдвигаешь, я не помню. Да все эти гайды уже есть по спидрану Резика, даже третьего.
все это. Обезьяну мне в племяннице! Не обижайся, Джейд! Даже подъемником от них досталось! Держись, старина! Дядюшка Пейдж тебя вылечит! Ну что, как думаешь, справишься? Постараюсь, но чудес не обещаю. Судя по кабелю, его здорово тряхануло током. Ничего не выйдет, нужна новая почка. Разыщи-ка нам донорский орган. То бишь предохранитель. И где прикажешь искать мне предохранитель? Не знаю. Он же сказал, почка. Но найти придется. Он совсем плох. Спорт с ним сделал все, что мог. Просто запихнул эту штуку в этот, как его там... Послышал, сейчас была английская озвучка, потом она исчезла. Так. Угу. Особенно для спидранов. Генерат... О... Что сейчас было написано? Лифтовая, это я понял. Все. А то там было написано генерато-арная. Подъемник. Это как-то, знаешь, что мне напоминает Мэдисон еще лет, наверное, 11 назад. А, нет, вру, 10, ну, в 11 году, короче, делал обзор на Die Hard на Катоми Плаза. И он, короче, искал в интернете гайд по прохождению. Единственное, что нашел, это картинку с текстом, где написано 50 мест, где ты можешь запороться. А на форумах все писали, бросай это говно и не еби себе мозги. Только нет. Может, свиньи и не летают, но скачут они, будь здоров. А я сейв сделал? Только нет. Но нам нужно что-то для того, чтобы починить кабель. Давайте пока поищем в другом месте. Успей. По курсу служебный лифт. Лезут из тех щелей! Я знал! Это, блять, вообще что? А, это не животные. Ой, блять, напоминает, знаешь что? Вот эту вот охуительную миссию, блядь, из шестого резика, где, помните, как такие роботы-пылесосы, блядь, были в запертом пространстве? Помнишь эту хуету? Нет, не стоит благодарить. Достаточно простой улыбки. Да уж, располагающее к улыбкам место. Чё, опять какая-то лока другая? Так, давайте сначала не в служебный лифт, а вон туды. Лаборатория. Фу, блять. Джей, следы! Он поблизости! И очень голоден. Главное его сфотать, да? Я слышал, они любят полакомиться свининой. Ну, значит, ты первый идешь.
Твою мать. Неужели мне все равно через служебный лифт идти? Так, мне нужно починить электричество, починить главный подъемник, понять, как пройти здесь. Ну, тут не пройти, тут не перепрыгнуть, ни хера. Ничего нельзя сделать. Не вопрос! Пизду сюда. А! Мы даже не перешли на другую локацию. Интересно. Куда собралась? Пойду прогуляюсь вон туда. Мне туда не пробраться. Осторожнее там! Не волнуйся за меня! Ох, ебать. Оу. Попердолила. Это вторая ловушка подряд. Да что ж такое-то? Что за нахуй? Блять, ебанулся, что ли? Шони, фото получено. У нас есть первая улика. Теперь мадам губернатор не откажет нам в помощи. Завод «Пищ-пилюль». Запертый шкаф. Ясно. Должен подойти. Будьте осторожны. L4E9. L4E... Что это сейчас было? Блять. Что это такое? Это видите? L 4. А, тут еще и не в алфавитном порядке. Оцифровал. Дискомет. Перчача. Заполнил, что это кусок какой-то руки. Блин, надо идти в душ обязательно после стримпу, что у меня башка ужасно чешется. Как ты себя чувствуешь? Они превратили мои мозги в кисель. Ты наш агент? Ты H2? Нет, не знаю. Тебе что-нибудь говорит сочетание Ирис? Послушайте, мисс Тирис. Джейд, меня зовут Джейд. И я понятия не имею, как нам отсюда выбраться. Тут я как раз смогу. Пригодится. Так все-таки ты H2? H2, как вам будет удобно, хотя с H4. Знаю одно. Еще 10 минут, и мне была бы крышка. Вы спасли мне жизнь.
Можете рассчитывать на меня, мисс Тирис. Джейд. Меня зовут Джейд. Тирис. Слушаюсь, мисс Джейд Тирис. Так. Хуй. Так ничего не выйдет. Так надо с вертушки. Вас понял. Вас понял. Есть! А, точно! Нас же учили на сборах, что сталь толще 20 сантиметров кулаком не пробьешь. Толще 20 сантиметров. Карлсон и Питерс! Мисс Тирис! Не волнуйтесь! Со мной все... Да, я понял, что ты ва. Как и я. Ладно, давайте пройдемте завод и на сегодня все-таки закончим. Уже все, уже поздно. Так, сохранены. Так, лифт. Интернет-код. Ёб твою мать, блять. Что за... Это типа сохранение системных в этом, в каком-нибудь куки-кликере. Там все в текстифайле сохраняется. А, вот и он. С жемчужиной. Держись, Джейд! Реактивные ботинки! Джейд, на помощь! Мы считали этот вид вымершим тысячи лет назад. 3,5 рубля. Ну давай, давай. Хуибло. Ой. Ох ты ж нахер. Ой. Слышь, пугало. А по лицу? Ой. Камеру, блять, поверни. Да что ж ты так делать-то будешь, женщина? Да... Я не понимаю, мне скрипт какой-то ждать надо или что? Да ёп... Они не заканчиваются. А, блять, он задамажил мне еще до того, как ударил. Заебись. Только начнешь хвалить игру. А,
А, он защищается от Тала. Ай. Не, надо стрелять дисками в него. Опа! Как поплавали? Спасибо, Джей! Лежать бы мне на блюде с яблоком во рту, если бы не ты. Молчи! Что-то он прям как-то очень хорошо определяет то, что он свинота. Мы получили письмо от H2. Ты нашла его, просто невероятно! Он просил не беспокоиться о нем. Как-нибудь выберется. Так, а жемчужина-то, блядь, внизу осталась. Такс. А, собственно, что? Эй, бог мой, надо найти способ достать эту жемчужину. Я готов. Подожди. Что мне надо делать? Надо починить электричество, а вход на... Блять, я потерялся, ребят. Еще раз давайте в дегенераторную. Но бобосики обязательно тратим, потому что мне нужно восстановить все хилки. Потом обязательно сбегать в город за хилками. Полностью восстанавливает энергию. Держи. Терьяр-терьяр-терьяр-терьяр-терьяр-терьяр-терьяр-терьяр-терьям-пам. Так. Мы так и не нашли, насколько я понимаю, этот предохранитель. Мы идем снова походу в лабу. Проветривание головы. Как говорил этот трататушка, не дрочи шляпу. Починить подъемник, найти предохранитель, включить ток. Твою мать, вот и начались эти квесты. Я такой, мало ли.
А чё? А вдруг? Опа, секреточка. А, блядь, я отсюда припёрся. Так ничего не выйдет. Просто надо со всей дури бить. Бля, чё я не то делаю-то, а? Может реально поплавать? Вентилятор! Ой! 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 Ты, блядь, перестанешь там умирать об эту херню? Ой. Ой. Заравлен на спидране такой. Ой. Ой-ой-ой. А кто это сделал? Что за срань тут там лежит? Вентилятор. Вот откуда идет контакт. Заставь-ка его вращаться в нужную нам сторону. А-а-а. Этот ой был не просто так. Ой, блядь. Как я у тебя заставлю крутиться в другую сторону? Мужик, ты чё, бредишь, что ли? Вентилятор, заставь его вращаться в нужную сторону. Так, ладно, я сниму шляпу. Снимаю шляпу. А если я умру, то что будет?
А теперь ты куда побежал? Чё-то не ойкаешь-то, нихера. Вентилятор! Ой, не, я, короче, ребят, ближайший сейф и все. Сейчас только вот эту херню пройду. А, блять, вот этот вентилятор! Давай, давай! Сейчас, до ближайшего сейва, короче. Опа! Эй, Джей! Курс на пробки! То, что надо для подъемника! В ушах? О, один спецпропуск для мисс Джей! Сию минуту! По твоей команде! Ой, ну, круто, а ты со стражей. Ай, блядь. Тут нужен спецпропуск. Я ж только что его взял. Ты шо, брень? Красота, деточка. Красная карточка. Синяя карточка. Ёбаный. Нарушители, начать процедуру уничтожения. Эй! Начинайте уничтожение! Еще посмотрим, кто кого уничтожит. Поехали! Активные ботинки! Эй! Поехали! Сзади, девочка! Эй! Эй! Поехали! Эх, реактивные ботинки! Эй! Поехали! Об стенку тоже сойдет. Ох, даже не по себе. Такие ага. Чудеса техники в дребезги. Ой, бля. Отлично, солнышко! Е-бой! Хуяк! Запихиваю в сумочку. 64 ампера. Я видел, как жгут предохранитель на 500 ампер. Ты переоцениваешь мои силы, Джейк. Парочку фу один, или тебе придется волочить меня на себе. Да я не знаю, как тебе эту фу дать. Это фу увеличивает размер очков здоровья у персонажа, блять. Я не знаю, как просто ему дать эту херню. Я пытался купить, покупается, естественно, на ГГ. Переключиться между персонажами я не могу. Я готов. Так или иначе, путь ведет наверх. Я готов. Только нет. Да, блядь, ты ёб твою, блядь, да, сука. Только нет, Джейд. Ладно.
Нарушители, нарушители, начать процедуру уничтожения. Сядь, девочка! Поехали! Реактивные ботинки! Бей! Поехали! Ой, да не по мне, болт мне в ухо! Бей! Да, он орёт, болт мне в ухо. Поехали! Джей, что-то я себя неважно чувствую. Без спецпропуска никак, Джей. Без спецпропуска никак, Джей. А я просто не выключал игру на ночь. И все, и я... Ты, блядь, даже не представляешь, какой сранью там занимался. Но реальных часов у меня где-то... Реальных часов у меня где-то часов 500 наиграно. Только нет. Ты, блядь, издеваешься, что ли, нахуй? Ну ладно. Походу, это не тот передохранитель, который нам нужен. Ты вы заебёте! Сядь, девочка! Бей! Бей! Поехали! Реактивные ботинки! Бей! Поехали! Сядь, девочка! Что-то я себя неважно чувствую. Остались еще Старкас. Не, нихуя. Только попробуй сейчас сдохнуть, блять, от молнии. Только попробуй, блять. Ладно, я поднимусь на этом лифте и там уже сделаю сейф последний на сегодня. Очень хочется Supreme Commander чуть-чуть поиграть после стрима, но надо прям поесть и отдохнуть нормально. Только нет. Ой, не, все, ладно, я, короче, тогда заканчиваю. Я хуй знает, что происходит, но как-то я должен, по идее, правильно распределить эти... Ой, ладно, не важно. Поехали. А, да, Alt F4 в этой игре не... А, не, работает Alt F4, слава богу. В общем, в любом случае, всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи, и завтра я работаю, соответственно, стрим будет... А, точнее, сегодня я работаю, поэтому стрим будет завтра. Ну, 21 числа вечером, во. Вот так вот. Это, получается, субота. О, сегодня, кстати, новая глава One Piece выходит. Блять. Все, всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи, всем пока.